из истории болезни Люсине Карапетян, возраст 7 лет, место рождения город Спитак. 12 декабря 1988 года эвакуирована из района катастрофического землетрясения в Армении. В тяжелом состоянии помещена в Московскую детскую больницу имени Филатова. Левая рука раздроблена, сложные переломы правого бедра. Все эти дни рядом с ней был ее отец, Граер Карапетян. Он помнит каждую секунду из того, что было там, в Спитаке. За 10 минут до колебаний я разговаривал с женой и с сыном по телефону. Спрашивал, как сын себя чувствует. Сын в этот день болел немножко. И снова начал сильные вот колебания. Я выпрыгнул со второго этажа. И вот побежал домой. Побежал, но уверенности не было, что дома остался жив, цел. По дороге ко мне бежал племянник. Но он подбежал и кричал: дядя, говорит, останови, бери меня с собой, говорит, мы с тобой одни остались. И с ним подбежали к дому. Был дом заводской, наш заводской дом. Он развалился полностью, по камушкам, все. И вот когда я увидел этот дом, мне уже стало страшно от той мысли, что дома нет у нас, что мои дети остались с женой под развалинами. Это очень страшная картина там. Представьте, девчонка просто лежит, ноги под панелями, она живая. Я подошел, она кричит, дядя говорит: подними, говорит, панели, говорит, я освобожусь. Я говорю: доченька, ну сначала я, потерявшись, конечно, подошел. Мне казалось, что вот я подыму, я помогу этому ребенку. Ну куда там? После этого я заметил сапожку моей дочки. Но она лежала, не двигаясь, неподвижная. И сейчас порой, когда с ней разговариваем, она мне рассказывала, как папа говорит: ты знаешь, говорит, я сама себе, говорит, там сказки рассказывала, чтобы не бояться. После этого увидел отца своего. Отец подошел к дому, ну, конечно, он уже, я не знаю, я никогда отца в таком виде не видел, чтобы отец у меня плакал. У нас не принято вообще-то. В Кавказе мужчинам плакать — это слабость большая. Отец у меня плакал. И еще из той истории болезни. 1 февраля 1989 года девочка вышла впервые на улицу сама. Будь здорова, Люсине. Жизнь и судьба — суть вещи разные. В августе 1914-го из старинного русского города Кинешмы уехал сын отца Михаила на Первую мировую войну. «Спаси, Господи, люди твоя!» — такой во след ему была отцовская молитва. Сына звали Саша, Александр Михайлович Василевский. Природа наделила его редким даром на ходу схватывать главное в запутанных военных вопросах и предвидеть, как будут развиваться боевые события. Вся жизнь его, от штабс-капитана царской армии до маршала Советского Союза, — бесконечно тяжкий труд солдата и ответственность. И еще, кто знал Василевского близко, прибавлял к его качествам благородство и порядочность. Эти слова принадлежат Ивану Степановичу Коневу, одному из друзей его. И деревня Ладейна, где родился маршал Конев, совсем недалеко от Кинешмы. И тут изба, и тут окошко в сад. Отсюда Иван Конев ушел в революцию, в войну гражданскую. А в 41-м он командовал Западным фронтом, заслоняя Москву. Потом был Курск, был Днепр, освобождение Европы, Берлин и Прага. А это май в том 45-м.
есть еще одна изба в Стрелковке под Калугой. Родился в ней Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. Он был создан для эпохи, в которой жил. Необыкновенно дисциплинированный, как никто умел подчиняться, а потом, став полководцем, как никто умел заставлять других выполнять свою волю. Всегда отчетливо видел цель свою в лавине фактов, событий и брал на себя бремя ответственности за исход огромной войны. Таким его знали и принимали все. А в Великих Луках стоит в бронзе маршал двух народов, Советского Союза и Польши, Константин Рокоссовский. Война здесь не оставила даже и памяти от места, где он родился. И никто сегодня не знает, где был дом маршала Рокоссовского, почетного гражданина десятков городов Европы. Теперь уж нет секрета в том, что Рокоссовский, молодой комкор, сидел в тюрьме по злостному наведу. Встречал там множество людей, которые так же, как он, прошли немыслимое и людьми остались. Немало этих людей он вытащил из заключения и взял к себе на фронт. Отдавая боевой приказ, Рокоссовский неизменно говорил «прошу вас». Когда требовал перешагнуть через невозможное, добавлял «пожалуйста». В ореоле легенд и сегодня имена Рокоссовского, Жукова, Конева, Василевского. И это особенно важно вспомнить в день, когда мы отмечаем годовщину вооруженных сил страны своей. Они теперь встречаются очень часто. Потомки князей Волконских, Адоевских, потомки Пущина, Ирлеева, Пестеля и Лунина. Всех тех славных сынов России, которых вот уже второе столетие зовут одним словом декабристы. В Москве открыт музей. Думал ли Иван Матвеевич Муравьев-апостол, отец трех декабристов, что дом его станет местом памяти о сынах его и их товарищах? Сюда приходят вспоминать, учиться узнавать истоки русского характера. Дождливым утром 13 июля, 163 года назад, вешали пятерых. Трое сорвались. Муравьев-апостол, лежа под виселицей, произнес: «Бедная Россия! И повесить-то у нас порядочно не умеют». Так рассчитался Николай I за покушение на монархию. А остальным, чтоб помнили навечно, казнь заменил 20-летней каторгой. На изысканном французском языке писал из Сибири один из этих каторжников: «Архитектор Акатуйского замка без сомнения унаследовал воображение Данте. Мои предыдущие казематы были будуарами по сравнению с тем, какой я занимаю ныне». Это из письма бывшего кавалергарда Михаила Лунина. Он родился в декабре. Умер в этом Акатуе тоже в декабре. Судьба. Тот самый Лунин, о котором Пушкин Александр, его товарищ, в своем «Онегине» писал: «Друг Марса, Вакха и Венеры, там Лунин дерзко предлагал свои решительные меры».